Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Криминальный доктор». Криминальная драма, сериал режиссера Алексея Карелина, вышла на телеэкраны российскому зрителю осенью 2021 года. Но это лишь первый сезон. Премьера количеством 10 эпизодов была показана в течение недели на телеканале НТВ, начиная с 11 октября. И теперь многих зрителей интересует вопрос, будет ли продолжена работа дальше над проектом, над вторым сезоном. Неофициально, ни по чьим-либо словам из участников проекта информации пока что нет. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. На данный момент можно лишь делать предположения из ряда тех, что делаются со ссылкой на рейтинги фильма в прокате. Мол, если фильм станет высоко рейтинговым по просмотрам, то работу продолжат, но в таком случае можно будет ждать второго сезона. Выход никак не раньше осени следующего 2022 года. Если вам понравился сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.